спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» началась профильная смена для студентов факультетов иностранных языков и математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета. Участниками смены стали 70 обучающихся. Мы надеемся, что вся смена пройдет у них очень весело, положительно, у них будет много-много эмоций и, естественно, впечатления, которыми они хотят поделиться потом со всеми нашими будущими первокурсниками и, конечно же, вернуться сюда, в наш лагерь «Буревестник». Смена для студентов факультета иностранных языков включает в себя проекты, квесты, творческие задания, коммуникативные игры, просмотр мини-фильмов и их обсуждение. Для студентов факультета математики и естественных наук преподаватели также подготовили научно-познавательную программу. Участники смены решают задачи по физике и математике, а также осваивают образовательную робототехнику. Помимо активного отдыха, лагерь «Буревестник» еще представляет программу обучения. Непосредственно они проводятся с ними занятия со старшими преподавателями. И все это вкупе с активным отдыхом, со свежим воздухом, все это в лесу, это потрясающая атмосфера. Артем Тупичкин, Валентина Безбрязова, Денис Сипайлов, Универньюз.